Важный для России день страна отметила 12 декабря. Связан он с важнейшим для государства документом – Конституцией. Именно в ней определяется содержание и смысл всех законов. Она – ядро правовой системы России. За соблюдением Конституции следит президент. Кто он и чем занимается, расскажут ребятишки из детского сада Всероссийского детского центра «Орленок». Слышали вы что-нибудь о Конституции Российской Федерации? Я слышал, как наш военный защищает нашу планету. Нет. Это когда Путин правит страной. Кто это такой президент? Путин. А что он делает на работе, этот Путин? Он командует. Кто служит городом. Он делает, чтобы дети были здоровыми. Он помогает людям. Поет. Нет, он не поет. Он защищает нашу страну. Он следит, чтобы цветы росли, деревья, березы. Я никогда о нем не знал. Загораждает путь, чтобы немцы не зашли плохие. И он еще делал нашу страну богатой. Он правит страной и миром. А каким должен быть президент? Смелым. Президент должен быть умным, хорошим, смелым. Умным. Настоящим. Умный. Наш президент такой? Да. Если бы вы были президентом Российской Федерации, что бы вы делали для людей, для страны своей? Мы говорили. Чтобы одно солнце было. Хорошо, а еще что? Чтобы все купались. Я бы создала... Российскую Федерацию. Еще одну? Да. Еду создала, деревья посадила и мебель создала. Мороженое. Мороженое всем выдавали? Мой дедушка хочет новую машину, я бы ему, создал новую машину. Чтобы дети не болели там. Чтобы никто нашу страну не сломал. Чтобы все кушали. Были здоровы. Здоровые. Все были смелые и забирались смело на гору. Чтобы никто не трогал деревья и не пилил. Я бы защищал страну, садил деревья, кусты и цветы. Я бы еще сажался за страну. Я бы тогда все для нашей страны делал и защищал ее от врагов.